Good morning, друзья! С вами Андрей Кюн. И сегодня героически я вас приветствую, потому что сегодня мы будем делать парту. Я хочу ее отреставрировать, покрасить ее, потому что я хочу такую вещь аутентичную, которая будет меня отделять от других людей. Я люблю минимализм, хочу полностью взять в один цвет или белый, или черный, потому что в моей голове других цветов не существует. Никс. У меня есть капель, у меня есть 15 килограмм. 5 килограмм каркас, 5 килограмм получается от парты задняя панель и 5 килограмм сама парта. Потому что я выучил новые термины, когда выбирал себе парту, это столешница, каркасы, канты и прочие нюансы. Все. Я хочу ее, получается, достать только с одной стороны, чтобы только вытащить. Я видел вот каркас, уже его видно. Каркас очень хороший, черного цвета, мне очень безумно нравится. Давайте его сейчас мы и попробуем распаковать. Только по верхней грани. Еще одна пометочка. Данный стол я ждал 2 месяца, выбирал, но все-таки нашел. Получается, я уже полностью разобрал стол. Вот так он выглядит. Получается, инструмент взял, очистил уже более-менее. Дальше думаю, что пойдут уже наждачные работы. Снять. Оказывается, это стол дека. Вот это именно доска деск. Допустим, вот эти сразу шурупы, я их снял. Вот, смотрите, вот. Снял, а затем сниму и вот эти, которые остались сверху. Затем вот у меня есть дополнительная доска. С ней не знаю, что будет. Дополнительный мини-столик, ну маленький какой-то. Хотя тоже пойдет, все равно краска останется, покрашу. Хочу вот это сейчас разобрать уже. Зачистить. Вот, ножки. Что могу сказать про них? Я буду их то же самое делать. Про ножки это зачищать и тоже черный концентрат может купить, чтобы покрасить. Получается снизу вот видно. Мне надо, чтобы было четко. Пускай и не идеал, но приближенно к нему. Хоть коряво, хоть со всякими штуками. Но вот такая доска получается. Следующий этап это наждачной бумагой. Наждачкой буду все зачищать. Именно в таких условиях. Вот так. Вот так я выгляжу. Получается, жесткий диск сейчас у меня все сканирует. На данный момент, пока у меня нету стола, пытаюсь проверить его новый. И тут вот получается, разобрал место себе для стола. Видите, вот буду реставрировать, проводить реставрационную работу. А затем уже смотреть, как все будет получаться с данным столом. Его нужно только реставрировать, данную парту. Это даже не стол, а парта. Все.
Получается, буду использовать вот такую краску, черная матовая. Вот кому надо, может прочитать в замедленном инструкцию, как наносить. Главное, чтобы было открыто окно, чтобы запах быстро исчез. Все. Быстрое высыхание, защита от коррозии. Час высыхания 8 часов, металл дерева 1 литр на 15 квадратных метров для внутренних работ. Как вы можете видеть, первый слой краски уже нанесен. Я думаю, второй нужен, чтобы скрыть все неточности. Давайте вот еще поближе. Вот так примерно ложится краска. На четкий цвет очень нравится прям. Мне кажется, что переостаток еще остается, вот как я покрасил. Да, слегка даже видно. Запах стоит очень едкий, но все, две стойки покрашены и парта вот тоже. Включил я батарею для синергетического эффекта, чтобы это все дублировало эффект теплоты и свежий воздух с улицы шел. Вот, вот так свежий воздух идет и сразу высушиваться. 8 часов где-то понадобится, это очень много. Но думаю, второй раз еще пройтись верхний слой для более лучшей укладочки. Все, пускай подсыхает, а там уже посмотрим, как оно будет. Да, мне кажется, нанес езди много краски. Но пускай избыточек будет. Ничего страшного, потому что подсохнет, вторым слоиком пойдет отлично все. Все, теперь пускай это все высыхает.
Прошу прощения, начал вторую сторону красить и уже забыл, что крашу. Да и все, полетели. Тут уже более быстрее все дело. Получается, столешницу напротив я покрасил очень быстро. Вышло где-то за 10 минут. До этого красил 30 минут. Ножки сейчас с другой стороны также. Ножки ушло буквально 5 минут. Красил я их чисто, чтобы выровнять цвет черный. Вот. Наложение вот такое, просто как валиком. Любой, кто даже не умеет, сможет покрасить. Так, а вот это уже я вижу недочет. Вот так я буквально красил, а вот так красочку можно выравнивать еще. Но вышло все четко. Тут тоже. Да что ж такое? Только сейчас заметил. Все-таки никто не увидит, но для меня будет приятно, что я буду знать, что все тут выходит очень хорошо. Вот так. Крашу для себя, не до продажи. Даже если бы до продажу, кто бы смотрел. А вот так стол получается. Давайте сейчас наложение краски посмотрим, как же долеглась со второй стороны. Краска уже немного другая. Получается, мне кажется, что намного быстрее сохнет. Но результат очень даже неплох. Давайте со стороны максимум, вот посмотрим. Сейчас сделаем отключение от света и выходит. Вполне себе такое. Это даже вообще супер. Наложена краска, вот так все. Посмотрим, как все будет в итоге. Получается, сохло это все 4 часа. Одна сторона 4 часа. Хотя даже 8 для полного высушивания. Но, в общем, запах в комнате 4 часа был ядовитый. Сейчас тоже будет еще такой же. Но ничего, хочу стол себе за один день полностью покрашенным. Получается, я начал красить в 10 утра, затем в 14:00. Значит, прошло 4 часа, сейчас уже 22:00. Это уже прошло с 2 8 часов, но парта высохла, но посмотрите, что на ней получилось. Видите, вот следы. Остались. Парта покрашена, получается, с 10 утра, затем в 14:00 я вторую сторону покрасил. Сейчас 22:00, прошло всего уже 10 плюс 2, 12 часов. Запах еще такой стоит, что дышать невозможно. И к парте, видите, вот поналипали. Опять придется зашкуривать. Ну, получается, придется наждачкой пройтись и покрасить, и уже ждать результат. 8 часов высыхания, да, высохло, но... Да, еще липкое такое. И понабирала в себя вот таких всяких пылинок. Окна открывать не рекомендую вообще, вот. Из-за этого получаются такие нюансы.
Да и в общем, противоположная сторона тоже не сильно хорошо покрасилась. Давайте вот так покажу. Вот видите, нюансы остались. Вот противоположная сторона как покрасилась, вот смотрите, видно, что краска не везде даже впиталась. Сейчас переворачиваем на рабочую сторону. Хотя я вижу, все эти нюансики убираются. В общем, вот что получилось. Ну, перекрашивать я не знаю, но второй слой надо пройтись, потому что очень много появилось таких мест. Но, в принципе, вот это все убирается, вот что белое. Непонятно, что это. Но это понятно дерево. Но еще до конца не подсохло. Но тем не менее результат очень и очень хорош. Айнц. Вот так все вышло. Пускай сохнет. Спустя 20 часов. Стол еще липкий при температуре 10 градусов. Вот что мне осталось покрасить. Сделал я себе вот такое приспособление. Получается, сейчас покажу. Картонка вот так, чтобы не прислонялась к другой стороне. Вот так оно все выглядит. На шурупчиках, чтобы сразу покрасить с двух сторон. Загинаем сразу все и начинаем. Просто вот так кнаем. И вот так даже ребенок справится с покраской. Вот так, получается, выглядят ножки и
Сейчас я вам покажу, как я закрываю краску, конечно же. С момента покраски прошло 3 дня, но еще все не до конца подсохло. Парта подсыхает, но скоро будет результат. Еще она более так, менее такая. Сейчас попробую показать вам. В общем, показываю, данная парта не держится, она вот из-за того, что я не могу снизу нормально закрепить, вот показываю вам. Вид имеет классный, но пока с этим столом работать очень сложно. Сейчас, чтобы начать покраску, я должен освободить комнату очень быстро. Все героически приветствую. Всех приветствую героически. И у нас финальная часть данного эпизода. И у нас финальная часть данного эпизода по сборке стола, прикрепления панельной части.
Все, и получается вот такой минималистический стиль. Все, что нужно, все очень удобно и качественно. Спасибо за просмотр. До скорых встреч. Удачи. Дизе, гуд, я. Не. Дизе, гуд. Я.